Здравствуйте, вас приветствует частный питомник waterlily.ru и наш канал про нимфеи. Сегодня хочу представить вашему вниманию цветение нимфеи Lucky Red. Это гибрид тайской селекции, это наша новинка. Она в прошлом году у нас появилась, отлично перезимовала в пруду. Видно растение. Вот смотрите, какие огромные бутоны. Вот. Все растение в бутонах. Сейчас конец мая. То есть этот сорт обильно цветущий. Видно, скоро зацветут еще цветочки. Сорт чашеобразной формы. Вот такой вот цветок красивый. Значит, листья очень огромные, красивые. Цветочек красного цвета. Даже можно сказать, такого рубино-красного. То есть внешние лепестки бело-красные. Вот. Отлично зимует в Подмосковье и обильно цветет. Мне этот сорт очень нравится. Будем за ним дальше следить. Мы его пересадили 22 литра таз. Я думаю, что в этом году он себя покажет во всей красе. Вот такой цветочек. Это цветение на улице. Пока мало что цветет. Там конкордия зацвела. Остальное пока. А вот Sunfire зацветет скоро. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на наш канал.